Так, добрый день всем, новая посылка, распакуем, посмотрим, что у нас там внутри. Я вот не мог понять, я стучал посылкой, думаю, что ж там внутри. Вот сейчас вместе распакуем, может, сам и не догадывался, что у нас внутри. Ага, внутри у нас вот такие человечки. Статуэтки, человечки, так как она у нас распаковывается еще тут. Ага, вот такие, может, видели, кто? Это человечки, у которых статуэтки, у которых из головы растет трава. Вот. А, вот такой человечек один, который стоит. Здесь вот это уже там трава посеяна, что ли. Интересно, нужно посмотреть какое-нибудь видео, кто уже такое заказывал, и себе попробовать. Охренеть бы. Две одинаковые. Вот нахрена спрашивается присылать две одинаковые. Заказывалось два разных. Зачем прислать две одинаковые статуэтки? Ну, блин, не питается. Евреи. Ох, вот такое видео. Я так понимаю, сюда заливается вода и прорастает отсюда трава. И в итоге вот получается вот человечек, а у него из головы растет такая трава. Вот, он есть вот стоящий человечек, вот руки сложивший, лежащий и сидящий. Ну блин, пришли два разных, нет. Сейчас открою споры и пихать тусуются лесом. Поздравляю с их Новым годом. Все, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, заказываем себе. Ну, уточняйте, что точно вам прислали два разных. Написал же, блин. Два разных еще нет. Окей. Все, доставили очень быстро, конечно, но то, что быстро, не радует, потому что два одинаковых. Ладно, разберемся по ходу дела. Все, всем спасибо, всем всего хорошего.